Добрый день, друзья! Вы, конечно, знаете, чем отличается хороший футбол от плохого. Спасибо всем, кто пришел сюда на матч нашего радио. Очень-очень зажигательный матч, просто безумно. Евро не рядом. Наше поколение знает, стоит только начать. Обалденно. Вообще игра шикарная, ребята молодцы. Надо забить еще два и удалить с поля Александра Широкого, срочно. Он должен был играть за нас и показал мне, я тебя вижу, типа, и я отошел от него подальше. Надо срочно его удалять с поля. Любого футболиста сборной России по футболу я примерно в такой же форме. Я, конечно, подходил к судье и команде соперников. Я говорю, может, скатаем там в ничеечку. Все говорят, нет, у нас честный футбол. Больше, чем жизнь, только держись. Больше, чем жизнь, игра. Больше, чем жизнь, только держись. Больше, чем жизнь, игра. Все, финальный свисток. Основной будет закончен свистку. 4-4. Очень тяжелый матч вытащили, 4-2 проигрывали. Я уже, честно говоря, даже не верил сам, что возможно победить. Это судья был против нас. Все обстоятельства были, даже ветер дул не в ту сторону. Первый горчичник был мой. Вот, большое спасибо, что все вы здесь были сегодня. Лица нашего радио хочу сказать большое спасибо всем игрокам, артистам, помощникам, людям, которые все это организовывали. И, конечно, зрителям, слушателям нашего радио. Без вас бы ничего не получилось. До будущих встреч. Че, ты выйдешь за нас или как? Да. На ворота? Да. Нет? В атаку? Пошли. Может, в атаку. Душой? Иди переодевайся. Рыженькая, бегу. Наше радио, они же не совсем идиоты. Конечно, идиоты, но не в такой степени. Была цель повеселить людей, повеселиться самим.